Здравствуйте, мы находимся на нашей временной локации в игре Клондайк. Я предлагаю вместе построить. Ну не строила, стоит уже 3 дня. Жду, не создаю, как говорится. Почему, не знаю, жду, жду, надеюсь. И тут у нас вагончик. Вагончик довольно-таки интересный. Тут у нас, ого-го, сколько? 13 страниц возможностей. Ох, ничего себе, откидная на 1000. Смазка. Начнем, в общем, с конца. В самом конце обычно самые лучшие подарки. Раз, два. Идем дальше. Печати. Порошок один. Пожадничали. Ну, спасибо и на этом. Так, флюгера 2. Очень, очень нравятся мне ваши подарки. Передать не могу. Ну, в принципе, я хочу сказать, для того, чтобы это построить, не обязательно было вычищать 100%. А дойти до этого места и даже элементарно своей, как говорится, одной вот такой вот, ну, собиранием, все равно можно насобирать, потому что 2 недели, я вам хочу сказать, это довольно-таки приличный срок. И за 2 недели все вполне можно успеть. Думала, быстренько покажу, а что-то быстренько у нас не... Ну, это уже 5 динамита по 100, ну, честно, это они прям нас уже прям балуют. Ну, реквизиты, все это декорация. Ну, я потом это продам, ладно. А, это сколько хошь можно делать. Сколько хошь не хочу. Так, реквизиты. Это все декорация. По идее, до первой, да? Ну, ладно, все. А остальное можем тратить на другое. Будем энергетики делать. И на этом все. Пока-пока.